Делегация партии АУЛ начала агитационную кампанию в Мангыстауской области. Сегодня кандидаты в депутаты посетили рыбное предприятие в Туп-Караганском районе, где встретились с трудовым коллективом. Фирма поставляет свою продукцию по всему Казахстану и за рубеж. Вместе с партийцами работники обсудили проблемы и перспективы развития рыбного хозяйства. Встретились кандидаты и с избирателями поселка Мунайлы. Первым делом партийцы посетили местные крестьянские хозяйства. Фермеры отметили, что в регионе остро стоит вопрос поливной воды, и проблему необходимо решить в ближайшее время. Агитационная работа продолжилась в районном доме культуры. Кандидаты рассказали о своей предвыборной программе и выслушали предложения избирателей. Все наши кандидаты, представители партии АУЛ, объезжают все регионы Казахстана. На сегодня мы охватили более 80% регионов. Провели более 2000 различных встреч, мероприятий, где приняло участие около 200 тысяч населения. Естественно, в данном направлении наши встречи продолжаются.